Ты не зомби? Не, руки не вперед, значит не зомби. Иди сюда. Вот еще. О, они их убивают! Это зомби-апокалипсис какой-то. Смотри, пули летят. А пули летят, пули. О, он полицейского сажал. Обалдеть. Ладно. Зомби-апокалипсис, ребята. Где-то Эйфелева башня, мне кажется, вверху здесь должна. Над домами. Между домами. Это что-то здоровое, видимо, я пока к нему буду. А вот сверху они выглядят как какие-то кирпичи просто. О-хо-хо-хо! Я уже, ребята, 100 метров почти, вот эта котейка. Давай, Толян, жуй! О, это Эйфелева башня. О, мы Эйфелеву башню сожрали, все, это, по-моему, Эйфелева башни и была, ребята. Привет, ребята, с вами Мобик, и мы продолжаем играть в Tasty Planet Forever. Сегодня мы поиграем последний раз, как я понимаю, вот нашим котиком-обормотиком. Но для начала давайте зайдем и вырубим музыку, потому что на YouTube прилетает совпадение по авторским правам. Эффекты оставим, а музыку я потом свою на какую-нибудь наложу. Во всех играх с названием Tasty, это Tasty Planet и Tasty Blue, какая-то проблема, ребят, есть с одной композицией. И разработчики, видимо, не собираются решать эту проблему, поэтому будем заменять музыку из игры своей музыкой. Ну что, погнали, ребята, сыграем нашим котиком. У нас осталось еще последних два уровня. Да, последний, 10-й и 11-й. Ну окей, погнали, хотя бы одну звездочку, я надеюсь, мы сегодня заработаем. Оу, смотри, нам можно есть зомбарей. А полицейских и вот этих чувачков нельзя есть, это реально зомби. Ну смотри, у них зеленые руки, скорее всего это зомби, да и написано собственно зомби. Ладно, ну что, кот-обормот ест зомби, о, вот он, смотри, опля. Ты не зомби? Не, руки не вперед, значит не зомби. Иди сюда. Вот еще, о, они их убивают, это зомби-апокалипсис какой-то, смотри, пули летят. А пули летят, пули, о, он полицейского сажал, обалдеть. Ладно, зомби-апокалипсис, ребята, ау. Еще один, в разной одежде зомбари у нас. Так, 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 куда пошел? Иди сюда. Вылазит у нас куда-то с края карты и убегает от них. Полицейского сажал опять зомби, ну ладно. Раз нам нужно есть только зомбарей, значит, наверное, людей мы в принципе есть не будем сегодня. Ай. О, смотри, а не, он его сажал. Мне показалось, полицейский стал зомби, когда зомби на него напал. Еще два штучки. Ну, где, когда? Ой, съел что-то кого-то, даже двоих, по-моему. Че еще тут? Ну, смотри, нашествие какое, пошли снизу. Так, 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 ну-ка не трогать мои зомби, по-моему, в меня пуля попала. Да что вы, полицейские, творите со мной? Я-то вам что делал? Я просто гигантский кот, который живет зомби. Я помогаю вам в вашем зомби-апокалипсисе, елки-палки. Давай потихоньку пойдем. Я уже толстый, я уже кое-как двигаюсь. Чуть не попал. Человеки. Зомби. Да что вы, я ж котейка, вы что, слепые что ли совсем? Может они думают, что я кот зомби? Все, кто не успел. Ай! Есть, ребят, мы сожрали всех зомби! Вау, три звездочки, офигеть, я был очень резкий. Или, видимо, я просто ел по большей части зомбарей. Ну что, погнали, ребята. Наш котик по имени Толик продолжает есть все на свете. И сейчас мы начинаем все сначала. Это у нас, ребят, последний уровень. Так, ракашку мы не едим. Какие-то зеленые точечки. Что это за зеленые точки? Может, отрава от крыс? Или от мушей? От тараканов, я не знаю. Тут, смотри, живность-то какая, она нехорошая. Это же у нас кафешка, ресторан какой-то. Французский. Таракашка. Круассанчик несъедобный пока. Ням-н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 ям. Ну, мне что-то плохо не становится от этой отравы. Давай, иди сюда. Где-где-где-где-где? Таракашки. Еще таракашка. Ну. Ням-ням. Ням-ням. Надо быстро бегать, ребят. Здесь все это дело, чтобы уложиться во время. Еще таракан, смотри, какая толпа. Зеленые точки я все съел, что ли? Видимо, да, ребят, больше я их не вижу. Ну что, таракашек жуем. Где вы, где вы, где вы, где вы, где вы, где вы, таракахи? Ну, о, тропинка у них тут целая. Все, мышей можем. Так, ну-ка, здорово, идите сюда. Крыски, лариски, мышки. Мышки, мышки, ням-ням. О, все, круто. Круто, ребята. Так, ножики, кажется, нам нельзя. Мышки. О, мышка, да что ж ты, еще одна. Ай! Ножик колючий, реально. Больно порезал меня. Бутыли какие-то валяются.
Не понимаю, ребят, в чем прикол, почему есть только мусор? Это же ресторан французский. По идее, лягушки должны прыгать. Француз же лягушачьи лапы едят. Значит, лягушки должны быть. Что-то нету. О, тропинка хорошая, смотри, какая. Все, курасанчики. О, все, ребят, я все могу есть. И бутылки, багет только не могу пока. Ладно. Вот ты, елки-палки. Как же ты это все перевариваешь-то, зверюга. О, все, багеты, пошли. Так, сейчас у нас станут съедобные официанты. Когда-нибудь, я надеюсь. Так, поверху погнали. Ну-ка, пошел, мужик. О, пошли в большой зал. Тут много всего, смотрите. Клиенты сидят. Мужик, хорошо, вы мне хоть никакого урона не наносите. Так, давай, еще немного. О, все, официант, ну-ка иди сюда, с подносом вместе сожрали. Пока гостителя пока не можем. Ладно, где-то еще тут ходят, бродят официанты, они здесь, тропинка у них, да, вот она. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням, ну что, ну где? Кружат вокруг столиков. О, стул могу. Ладно, пустые стулья, ребят. Ням-ням-ням, теперь клиенты. О, пошел процесс. Ай, не пролажу. Пошел процесс, ребята. Сейчас мы быстро подрастем. Кстати, сейчас еще раз зажаем. Там соседний зал я видел. Ну что? Ну где? Ну кто? Ну? Чё есть там я? А, дверь, смотри, мы на улицу вышли. Я думаю, чё, в ресторане вроде меня уже всё не лезет. По улице погнали. Мусорные баки, контейнеры. Человеки. Ням-ням-ням, на другую сторону погнали. Там где-то здесь собаки сейчас должны бегать или кто? Можно в кафешку, кстати, зайти, наведаться и съесть там все столы. Дела. Ням-ням-ням, потом люди. О, круто. Круто, ребята. А чё? Вход в кафешку-то где? Ау. От меня кафешку закрыли, что ли? Так нечестно, я хотел столы там доесть. Там много всего такого интересного было, что можно было съесть, но нет. Я не пускаю теперь в кафешку. Ням-ням-ням. Ням-ням. На этой стороне у нас нет ничего, только мусорные баки. Так. Ну ладно, погнали сюда. Здесь у нас, смотри, переулок какой замечательный. Правда, здесь тоже одни мусорные баки, нет ничего больше. Ну, когда? Тачки. Пустите. О, все, вот эти навесы. Тачки, да, ребята, все, сейчас я очень быстро подрасту. Ням-ням, дерева. Эх, дерева не могу пока. Ладно. О, могу. Так, давай. Кот обормот. Жуем. Судя по всему, это уже Париж, ребята. Сейчас мы съедим Париж. Мы подросли, выросли из ресторана, вышли. И сейчас сожрем весь Париж. Где Эйфелева башня? А? Эйфелева башня, ку-ку. Я тебя скоро съем. Да. О, все, домишки серые пошли. Так, ну ладно. Берегись, француз. Вау, нифига тут кварталов сколько всяких разных. Где-то Эйфелева башня, мне кажется, вверху здесь должна. Над домами. Между домами. Хоть что-то какие-то здоровые, видимо, я пока их не могу. А вот сверху они выглядят как какие-то кирпичи просто. О-хо-хо-хо! Я уже, ребята, 100 метров почти. Вот эта котейка. Давай, Толян, жуй. О, это Эйфелева башня. О, мы Эйфелеву башню сожрали, все, по-моему, Эйфелева башня и была, ребята. На берегу реки, что у нас там, во Франции, сены какие-то, чё? А чё, на другую сторону мы никак, что ли? Эй! Там, с другой стороны, там тоже много есть всего интересного. Не, чё-то только с этой стороны, ребят, я не понимаю, почему. А, не, все, смотри. Мы, видимо, были просто маленьким котиком и не могли через речку перешагнуть. А теперь я, смотри, какой гигантский для меня эта речка, что лужа. Давай. Вау, я уже, ребята, полкилометра, обалдеть, какая же Франция гигантская у нас. Или это Париж только? Не, это, наверное, Париж только. Потому что тут расстояние между домами-то и не было, по сути. Все, Эйфелеву башню я съел, можно сказать, в первую очередь. Есть, 3 звезды, ребят, вот это я молодец.
Ну что, ребята, мы прошли первую локацию, где наш котик-обормотик по имени Толик съел Париж, ребята. И в следующей серии мы будем играть за осьминога. Вот за такого прикольного пучеглазого осьминожика. А на сегодня это все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Ну а с вами был Мобик, до новых встреч. Пока-пока.